Детское оружие – водяная помпа, предназначена для подвижных развлечений ребят на открытом воздухе, когда очень жарко. Изделие представляет собой насос, при помощи которого мы стреляем струей воды на очень далекое расстояние. Корпус игрушки легко заправляется жидкостью, он сделан из прочного пластика, обитого вспененным материалом, чтобы игрушка не тонула, и окрашен в яркие цвета.